где же кнопочка спрятана на этот раз? И всем привет, с вами Нубик, Кубик в Майнкрафте. А ты уже поставил свой лайкосик? Молодец, правильно. Это нужно сделать с самого начала, а еще нужно подписаться на канал, поставить колокольчик и написать комментарий, чтобы попасть в рандомный коммент. Так, все, мы с тобой уже все сделали, теперь приступим к самому главному. Что мы будем сегодня с тобой делать? Правильно, мы будем играть в Minecraft PE на вот этом самом телефончике. Так, ну и давай не будем долго ждать, сразу же начнем. Погнали! Сегодня мы будем играть вместе с тобой в новогоднюю карту. А знаешь почему? Потому что сегодня старый Новый год. Да-да, именно так. А давай ты сейчас возьмешь и поставишь целую кучу лайкосиков, и это будет как новогодний подарочек. Да, нубики очень сильно любят подарочки. Ну все, погнали уже с тобой играть. Вот, я, получается, зашел на первый уровень, и давай сразу же искать здесь кнопочку. Блин, правда, тут, смотри, целая куча деревьев, и у меня такое чувство, что кнопочка находится где-то наверху. Походу придется ее искать, походу паркурить снова придется, хоть бы нет, хоть бы не пришлось паркурить, пожалуйста. Так, конечно же, с самого начала нужно подняться как можно выше, чтобы просто посмотреть, есть кнопочка наверху где-нибудь или нет. Получится мне все-таки ее где-нибудь найти. Так, вот, я, получается, забрался на самое высокое дерево, и кнопочки я пока что не наблюдаю. А где она может быть? Блин, а ты видишь эту кнопочку или нет? Давай ты поможешь Нубику найти эту самую кнопочку. Да, это, я думаю, что хорошая идея, потому что я ее не могу найти. Кнопочка, куда же ты спряталась? Это всего лишь первый уровень, а я уже не могу тебя найти. Блин, ну ладно, значит, будем искать. Нужно ходить просто поаккуратнее, посмотреть вообще во всех углах. У меня такое чувство, что кнопочка должна быть где-то либо прямо на дереве, либо где-то в снегу спрятана. Сейчас мы ее обязательно найдем. Кнопочка, кнопочка, куда же ты спряталась? Найдись, пожалуйста. Пожалуйста. Опа-на! Есть! Я нашел свою самую первую кнопочку на сегодня. Нажимаем на нее и погнали дальше. Так, домик. Ага. Что мы с тобой сделаем? Мы сначала пойдем в дом или сначала по улице погуляем? Так, ну, конечно, хорошо подышать свежим воздухом, но я думаю, что лучше сначала зайти в домик, немножечко погреться, потому что на улице так-то вообще холодно. Так, здесь еще целая куча печек. Походу, их придется все лутать. Ну ладно, их не очень много, здесь всего лишь 3 штучки. Когда я проходил прошлую карту, я помню, что кнопочка была спрятана где-то за таким же камином, но здесь ее, походу, нету. Ладно, погнали искать дальше. Блин, тут еще стоят печки. Ладно, найдем. А еще я вижу здесь лесенку. И это значит, что, походу, там есть второй этаж. Походу, придется еще и наверх подниматься. Так, смотри, здесь какие-то, блин, углы есть такие непонятные, в которых 100% может быть кнопочка. Ага, здесь еще чуваки. Это, видимо, те чуваки, которые живут в этом домике. Ну ладно, я хотя бы знаю, как они выглядят. Они просто выглядят, как обычные Стивы. Так, здесь кроватка и сундук. А в сундуке снова нифига. Я вот так-то сейчас прилег поспать, потому что я так сильно спать хочу. Но нет, нам сейчас совсем с тобой не до этого. Мы с тобой по-любому должны найти кнопочку. Где же она может быть? Блин, здесь еще и так темно, и эту кнопочку может быть вообще здесь не видно. Я, блин, если ее сейчас даже найду... Опа, подожди, здесь нифигашеньки нету. Почему так? А, как я ее мог не заметить? Вот же эта кнопочка. Она просто стоит на книжных полках, а я, блин, ее не видел. Опа, подарочки! Есть! Это хорошо, потому что подарочки я очень сильно люблю, ведь ты же помнишь, что сегодня старый Новый год. Да-да-да, это очень хорошо. Давай с тобой будем поскорее искать кнопочку, потому что я хочу получить все-все-все подарки, которые здесь есть. Блин, здесь так-то они вообще такие огроменные, и, блин, их здесь целая куча. Так, подожди, смотри. Это какой-то очень маленький подарочек, который стоит внизу, и у меня такое чувство, что нам с тобой нужно опять паркурить. Да блин, да пожалуйста, я так не люблю паркурить. Так, вот смотри, мы с тобой залезли на подарочек повыше, и сейчас давай посмотрим, есть тут где-нибудь кнопочки или нет. Они, блин, могут с той стороны, где мы спрятаны быть, и меня это немножечко напрягает. Ну ладно, кнопочка, я тебя сейчас обязательно найду, я прям в этом уверен. Так, подожди, вот там вдалеке есть какой-то подарок. Ага, и за ним я, кажется, кое-что вижу. Блин, там прям такая малюсенькая-малюсенькая точка. И мне кажется, что это есть та самая кнопка. Только теперь нужно придумать, как мне до нее добраться. Так, ладно, видимо, придется прыгать на этот подарочек аккуратненько. Главное только сейчас не зафейлиться. Да, реально, смотри, вон там кнопочка лежит. Нифига себе, она как сныкана. Ну ничего, сейчас я быстренько найду. Только главное не упасть. Хоть бы я, пожалуйста, не упал. Нифига себе, я еще, получается, сейчас с первого раза, что ли, допрыгну? Так, сейчас посмотрим. Да, офигенно, я допрыгнул с первого раза. Нормально, я нашел эту самую кнопочку. Так, снеговик. Нифига себе, какой он огроменный. Я надеюсь, мне хотя бы на тебя-то паркурить не надо будет, потому что ты очень большой, и у меня такое чувство, что я на тебя даже не смогу запрыгнуть. У него там такие еще глазища прикольные, там вроде бы пластинки лежат. Да-да-да, там реально пластинки. Так, ну мне пока что на них смотреть вообще нет времени, мне нужно поскорее искать кнопочку. Так, а зачем здесь этот флаг? А, подожди, я, кажется, понял, это снеговик.
Нифига себе, какой крутой снеговик, тут с флагом таким стоит, это, видимо, его плащ. Нормально. Так, давай будем искать дальше. У меня такое чувство, что нам нужно залезть сюда и посмотреть. Может, здесь где-нибудь кнопочка спрятана? Так, ну я снова нифигашеньки не вижу. Так, давай залезем с тобой повыше и посмотрим. Ага, вон, я увидел ту самую кнопочку. Вон, как спрятана. Нормально, только как мне сейчас до нее добраться? Я пока что этого даже не представляю. Ну ладно, сейчас мы обязательно с тобой до нее долезем. Эх, снова нужно опять паркурить. Как я это не люблю. Блин, здесь тем более еще и лед. Это же вообще сейчас будет тяжело сделать. Но ничего, мы с тобой сможем. Ведь ты же целую кучу лайкосиков поставил, да? По-любому поставил. Молодец. Я в тебе не сомневался. И теперь я допрыгну. Да, я допрыгнул с первого раза. Так, теперь мне нужно прыгать сюда. Блин, нет, здесь-то как? Здесь-то будет сейчас вообще очень тяжело допрыгнуть. Но ничего. Мы сейчас с тобой обязательно справимся. Аккуратненько. Эх, блин, не получилось. Нужно снова забираться на самый верх. Почему, блин, так-то, а? Так, еще чуть-чуть. Да, блин, да я опять перепрыгнул, да что за фигня-то? Ну, точнее, не опять, а первый раз. Потому что первый раз, когда я прыгал, я немножечко не долетел наоборот. Что за фигня, блин, почему так получилось вообще? Ну, ничего, сейчас у нас точно все с тобой получится. Аккуратненько, да, здесь получилось допрыгнуть, теперь сюда. И теперь допрыгиваем вот сюда. Ой, ну ладно, хотя бы я не упал в самый низ. Так, аккуратненько, сейчас у нас с тобой все получится. Ладно, будем пробовать еще раз. Ух, я наконец-то допрыгнул, и, блин, я чуть-чуть не упал. Нифига себе, как повезло. Так, прыгаем теперь сюда, и сюда, и есть. Наконец-то я добрался до той самой кнопочки, только главное сейчас не упасть, блин. Так, нужно здесь аккуратненько как-то прыгать, потому что здесь эта шляпа, блин, вообще мешается. Аккуратно, есть. Я наконец-то допрыгнул, и смотри, я сейчас беру и нажимаю на эту самую кнопочку. Готово. Так. Уровень 5. Нифига себе, какая здесь вагонетка катается. А зачем она здесь нужна? У меня такое чувство, что эта вагонетка только меня специально пытается запутать. И на самом деле кнопочки нигде рядом с ней нету. Так, а здесь... Блин, а здесь толком-то ничего и нет. И, походу, нужно забираться на эту самую елку. Серьезно, да пожалуйста, да только нет. Я не хочу на нее забираться, потому что я тем более не знаю, как это сделать. Так, вагонетка, стой. Может, ты мне еще пригодишься. Ах, понятно, видимо, от этой вагонетки ждать вообще нечего. Тем более, она еще катится мимо меня. Ты офигела, что ли? Так, подожди. Мне сначала, видимо, нужно залезть на этот заборчик. Только как мне это сделать? Я пока что... А, вот все, я понял, как это сделать. А дальше куда? А, вот смотри, вот здесь стоит блок. Окей, мы до него допрыгнули, прыгаем дальше. Ух, блин, это что, серьезно, паркур, что ли? Походу, реально придется паркурить всю эту елку. Ну ладно, я надеюсь, что я сейчас ни разу не зафейлюсь и обязательно пройду весь этот паркур с первого раза, да? Хоть бы у меня, пожалуйста, так и было, хоть бы у меня это получилось. Прыгаем. Есть, у меня все-таки получилось допрыгнуть. Блин, я чуть не упал, нифига себе. Да ё-моё, где эта кнопочка-то уже? Эх, ладно, видимо, придется лезть до самого верху. Ну ладно, у меня вроде это пока что получается. Я еще даже ни разу не упал. Да блин, зачем я это сказал? Ё-моё, я так зафейлился из-за этого. И у меня такое чувство, что я даже кнопочку видел. Там что-то такое серенькое было. Блин, это по-любому была кнопка. Вот я лошара, вот я нубас, блин, на самом деле. Ну ничего, сейчас я обязательно все пройду. Только мне бы еще как-нибудь сюда хотя бы забраться. О, мне даже это перестало получаться теперь, а. Так, вот смотри, вот я дополз до того самого места. И, блин, вон там же кнопочка лежит. Да, точняк, это та самая кнопка, на которую мне нужно нажать. И мы с тобой с удовольствием это сделаем. Нажимаем на нее. Так, Санта-Клаус, нифига какой он огромный. Он что, настоящий, что ли? Нифига себе. Ну ладно, Санта-Клаус, сейчас мы тебя быстренько пройдем. Так, смотри, здесь опять целая куча подарков. Ну, точнее, мешки от Деда Мороза этого. Так, а где может быть кнопочка? Она по-любому где-то здесь спрятана в каком-нибудь уголке. И, блин, мне сейчас нужно снова ее искать. Так, Санта-Клаус, а у тебя здесь на спине-то хотя бы ничего нету? Так, вроде я ничего не вижу. Кнопочка. Куда ты опять спряталась? Я тебя должен обязательно найти. Кнопка. Ты где, я тебе говорю? Так, подожди, я уже вроде бы обошел все, что здесь есть. А кнопки я здесь не наблюдаю. А куда она могла здесь спрятаться? Подожди, а может она где-нибудь в Санта-Клаусе? Ну, вроде нет, я ее нигде не вижу. Тут вроде и на него никак не залезть, вроде паркура здесь никакого нет. А тогда где может быть спрятана эта кнопка? Эта карта же вообще реально очень маленькая. И, блин, я здесь вообще ничего не вижу. Может мне здесь как-то прыгать надо или что? Непонятно. Так, а может ты знаешь, как эту карту пройти? Подскажи мне, пожалуйста, если ты это знаешь. Я уже несколько раз бегаю по одним и тем же местам. И я пока что нигде не наблюдаю эту кнопку. Где она может быть на самом деле-то, а? Блин, реально, эта кнопка как-то очень хорошо замаскирована. Где она может быть? Я вообще пока что не представляю. Я вообще уже вроде посмотрел все-все-все уголки. И пока что я ее не вижу. Может она где-то сверху? Так, а может ты видишь эту кнопку, нет? Ладно, я ее сам уже увидел. Спасибо, это все потому, что вы подсказали. Ага, Родольфо.
Это, видимо, оленя так зовут, нифига себе, это же тот самый олень Санты, который помогает ему доставлять подарочки. Да-да-да, нифига себе, какой он крутой, я его увидел вживую в Майнкрафте, нормально. Так, а где здесь может быть кнопочка? Здесь-то хотя бы никакого паркура нет, потому что я паркурить вообще не люблю. Кстати, подожди, а я, кажется, кое-что забыл. А давай ты сейчас возьмешь и напишешь мне в комментарии, какую карту мне еще нужно попроходить, потому что я вообще не знаю, что здесь можно сделать. Может мне какой-нибудь дроппер вообще попроходить? Паркур, я думаю, проходить мне пока что не стоит, потому что я еще на бас Майнкрафт ПЕ, и паркур будет очень-очень тяжелый. У меня такое чувство, что я его никогда вообще не смогу пройти. Поэтому паркуры лучше советовать не надо. Так, здесь есть какая-то лесенка. Ага, подожди, там же еще кнопка есть. Нормально, нифига, как быстро этот уровень прошел. Правда, еще бы по кнопочке как-нибудь нажать. Так, готово. Это что такое? А, я, кажется, понял, это гномы, да? Да, точняк, это гномы, которые помогают упаковывать подарочки Санте. Так, так я же там не договорил. Ты должен обязательно взять и написать, какую карту мне еще можно попроходить, потому что паркур я проходить точно не хочу, я их вообще навряд ли пройду. Так, здесь есть какой-то стол, и у меня такое чувство, что мне нужно залезть как-то на этот стол, только как? Может через какую-то игрушку, но пока что я не понимаю, походу на эти игрушки залезть нельзя. Опа, а вон и кнопочка сныкана, нифига себе, как я ее быстро нашел. Нормально. Айсберг, нифига, как здесь холодно. Блин, так-то я реально замерз. Блин, здесь так-то капец как холодно. И я так думаю, что ты должен взять и согреть меня. А знаешь, как это сделать? Нужно просто поставить свой лайкосик. Да-да-да, ты просто ставишь свой лайкосик, и я сразу же согреваюсь, потому что мне лайки очень нравятся, и они меня прям вообще очень сильно греют. Ну, а эту самую карту я, пожалуй, пройду в следующем видосике. И если ты хочешь узнать, как ее прошел, не забудь поставить свой колокольчик на мой канал. Да-да-да, и ты сразу же обязательно все узнаешь. Ну и еще не забудь нажать на вот эти две очень крутые кнопочки. Да.